Ночное рандеву на бульваре грез. Мяу. Кошечка тектоник. Мяу, мяу, мяу. Кошечка тектоник. Мяу, мяу, мяу. Мягкая, мягкая кошечка тектоник. Чайки. А теперь кричат чайки. А с вами радио, ваши любимые радиоведущие Лени и Мария. А мы дикие блондинки. Как вы относитесь к осени? Вызывает ли она у вас депрессию или тоску? Вызываю одеждах? Порчу. Или, может быть, вы наоборот? Сейчас у нас хотела въехать женщина. Находите силы для того, чтобы собраться и принять в своей жизни очень важное решение. Какое? Отставить депрессовать. Нужно действовать так, прямо сейчас. Так точно, кто, мой командир. Если не я? Кто, если не ты? Кто, если не ты? Когда, если не завтра? Если завтра не наступит никогда, то только сегодня. Потому что сегодня это не завтра. Потому что мы такие. Мяу. А у меня что-то все погасло. Да? А, сейчас, подожди. Короче, надо вот.